Всем-всем доброе время суток. Вот хочу предложить, я как-то спрашивала, стоит ли делать обзор из Гулливера, из сетевого магазина, потому что я знаю, что сейчас очень по всей России эти магазины. Ну вот я попробую сделать. Но прежде чем я начну делать обзор, вкратце расскажу такую историю. История, достойная передачи «Ищи меня». В детстве у меня были подруги, две сестры, Лариса и Вита. Потом вместе мы ходили в садик. Вита была младше, Лариса старше. В сад ходили вместе, потом в школу пошли вместе. На свадьбе я гуляла. Вот у ее старшая сестра была мне ближе, она ровесница моя. И потом мы как-то разъехались, юность, учеба, разъехались. Потом еще как-то один раз встретились, когда было 20 лет, мне 21, наверное. И все. Больше после этого мы не виделись. Семья, заботы, все. И вот буквально месяц-два назад, если не месяц, мне звонит моя сестра, уже младшая, и говорит, что меня ищет вот эта моя подруга. Через одноклассники она ее нашла. Старшая вот сестра Лариса нашла мою сестру через одноклассники. Оказывается, ей сказали, она мне ВКонтакте написала уже. Оказывается, ей сказали на встрече выпускников, была встреча выпускников, что якобы я умерла. И когда она увидела меня на фотографии в одноклассниках у моей сестры, она говорит, я сама сейчас чуть не расплачусь, она говорит, радости вообще не было предела, потому что, возможно, слух был, потому что у меня мама тогда ушла как раз, возможно, по городу мама не последний человек была, ее все знали, и, возможно, кто-то подумал, что, а маму называли по фамилии первого брака, привыкли как-то, кто как называл, кто так, и, возможно, подумали, что, ну, как у нас, слухи же коверкаются. Ну, в общем, и сегодня она, это младшая уже сестра, не моя подруга, а моей подруги младшая сестра. Ну, тоже мы вместе в детстве росли, общались. И она в моем городе в командировке, и мы ее сегодня в 7 часов привезем к себе, это будем болтать, смотреть фотографии, вспоминать. И немножко надо сделать ужин, как бы и семейный, и в то же время немножко его торжественно сделать. Я забыла спросить, какое вино она любит. Взяла на всякий случай, я люблю крымские вина. Взяла мускат и это мерло. Полусладкое, красное и белое. Я в винах не очень понимаю, но мне муж подсказывает, какое сладенькое. Я люблю сладенькие, не люблю сухие вина. По 189 рублей. Акция как раз была. Взяла к чаю. Не хочу петь, потому что время 5 час, уже некогда что-нибудь петь. Взяла вот такие коробочку пирожных со сгущенкой. Называется. Никогда не брала. Попробуем. Кроха с начинкой со вкусом вареного сгущенного молока. Пирожное 189. Так, теперь вот немножко взяла, чтобы в этот мой салатник, который я купила, вот такой стеклянный, говорю, надо же уже еще не обрадовалась простому стеклянному салатнику, который я взяла тесто вымешивать. Вот я хочу его фруктами наполнить так красиво. Есть у меня разные и фруктовницы, и все. Ну вот пока новое не надоест. Так, взяла один виноград 87 рублей килограмм. Здесь у меня на 65 рублей. Потом взяла второй виноград, вино закусывать, кило 100 рублей, виноград красный, здесь у меня на 99 рублей, я округляю, потому что я не понимаю вот этих. Так, дальше еще один виноград, виноград черный, 95 рублей, здесь у меня на 69 рублей. Ну, это понемножку, чтобы все положить на сладкий стол. Так, взяла вот такие крохотульки, голубиные яйца, мандарины, Марокко. 70,
Так, 80 рублей килограмм на 51 рубль. Ну, такие мелкие. Ну, взяла просто, чтобы они... Чтоб было, чтоб лежали. Так, и очень прям понюхала обалденные апельсины. Это у нас такие вот в детстве были у грязки. Так, 85 рублей килограмм, здесь на 156 рублей. Ой, очень прям такие они пахнут хорошо. Я помню, у нас мешок прям бумажный такой стоял. Как они пахнут хорошо. Так, и взяла вот бананчики. 60 рублей килограмм, здесь на 73 рубля. Это вот я взяла то, что я, ну, сделаю десерт к вину. Ну, и для себя взяла, ну, я ее положу, чтобы она дозревала, для моих, для моего сердечка, по 70 рублей помылку на 116 рублей. Я это не буду на стол ложить. Это и так, для хозяйства взяла чесночок 14,60. Немножко. Морковь у меня еще есть, которая с огорода. Но уж больно это красиво там лежало. На 23 рубля моркови взяла по 13 рублей килограмм. Потом взяла вот такие дрожжи живые. Я их называю живые. Когда я последний раз пиццу пекла, я сказала, что мне больше понравились из теста из такого вот... с такими дрожжами, чем с сухими. Но сухие у меня есть, их надо тоже использовать. Взяла два молока вот таких недорогих, 34 рубля оно у нас. Потому что то, которое всегда мы берем, они очень дорого задрали. И взяла первый раз в жизни, никогда не делала слоеное тесто. И никогда не покупала слоеное тесто. А это первый раз взяла. Потому что все сейчас усиленно, смотрю, слойки делают. И я хочу тоже попробовать слойки. Потому что у меня все любят слойки. Я в том числе и ребенок. В общем, все любят слойки, а я ни разу не делала. Это тесто стоит килограмм 86 рублей. Оно стоило 90 рублей. Ну, тут скидочка. Вот. Вот все, что мы купили, так сказать, на... И на еду, и на стол. Так, чек составил 1383 рубля. Скидочка у нас составила немного, потому что скидка не идет на акционный товар. Скидка у нас составила 28 рублей. Вот, у нас есть карта Гулливера. И вот этот, мало того, что здесь акционный товар, и еще плюс скидочка. Вот такая у меня покупочка получилась. Если кому-то нравятся гулливерные обзоры. Ну, мы не всегда этот... Если кому нравится, дайте знать. Или напишите, или стукните, звякните, брякните. Пальчик вниз, пальчик вверх. Все. Всем мира и добра. У меня сегодня радостный день. Но я не знала, что у меня будут гости. Я перед этим, мы съездили на дачу. Я нашла на даче вот такие... Я не знаю даже, как они называются. Это октябринки, не октябринки. По-моему, октябринки это белые что-то. Не знаю, вот случайно прям нашла на даче. Я выложу еще там немножко кусочек с дачи. Такое грустное у меня будет. Потом мы заехали еще в один магазин. Я тоже выложу обзор. И потом уже вот встретились с этой вот моей одногоршечницей, будем так говорить. То есть... Все одна. Те, которые в детском саду были, одногоршечники. Ну все, всем мира и добра. Пока-пока. Ну и куда же без моего традиционного пыс-пыс по скриптума. Я забыла сказать, что в общей сложности мы не видели, вот, не виделись с Витой. Это на свадьбе ее сестры Ларисы мы виделись. Мы не виделись в общей сложности 37 лет. Вот. Это вот, если бы в студии «Жди меня», конечно, обнимались бы, целовались бы. Мы и так пообнимаемся, поцелуемся. Я сейчас приготовлю такой домашний ужин. Курочку в духовке, картошечку пюре, салатиков несколько штук. И будем вино пьянствовать.
Так что вот такая у меня радость. А теперь пока-пока. Пока.